общая такая вот напряженность в городе, в регионе, да и в Украине, я думаю, она витает. Вот, ощущенность какого-то подвешенного состояния. То есть ты не знаешь, чего ждать в будущем и как развернуться события. Честно сказать, порядком это все надоело. Хочется, вот, чтобы ситуация стабилизировалась, нормализировалась, и мы уже шли своим, Украина шла своим намеченным путем и завоевывала авторитет, мировой авторитет отвоевывала. И что можно сказать? Хочется стабильности, вот. Хочется стабильности и спокойствия. Вот самое главное. Спокойствие за свою семью, за своих родных, близких и за страну, конечно. Сейчас такой режим поддержания формы. Хожу там в бассейн, хожу в тренажерный зал, иногда посещаю боксерский зал. Мы работаем с моим тренером Эдуардом Минчаковым там, над школой бокса, наверное, над какими-то ошибками. То есть всегда есть над чем работать, поэтому мы не останавливаемся. Ну и так вот, не даю, в принципе, себе расслабиться, там, не разъедаюсь, как некоторые там, боксеры позволяют себе в межсезонье это делать, потому что потом тяжело набирать форму и входить в обычный режим тренировочный. Поэтому так вот, сейчас жду уже, вот, буквально, я думаю, недели две, может, три, уже определится точно мой очередной поединок, и уже тогда начнем конкретно готовиться под него.